Всем привет, ребят! С вами Алексей. Продолжаем проходить Принца Персии. Третья часть. Кредиты. Слева. Невероятно! Я слышала рассказы о таких чудесах. Но увидеть одно из них собственными глазами — не такое же ли устройство? Ничего себе башенка. Этот лифт должен поднять нас в тронный зал. Но, похоже, это чудо из чудес сломалось. Я постараюсь вернуть его к жизни. Починишь? Надеюсь, я когда-нибудь посещу Азат. Был механиком? Сомневаюсь. Так, мы пришли отсюда. Путь у нас всего один. Я все осматриваюсь, ищу где-нибудь источник жизни. Его все нет и нет. Нету и нету. Мне выше подняться? Или некуда подниматься? Не есть куда. Ну, блин, недолет. Нет, неправильно. Только и всего. Ага, вижу, прицеплюсь. Чуть снизится. Отлично. Один рычаг есть. Сколько их нужно? Вы уже знаете, что я здесь, да? Вот этого не избежать, как я понимаю. Полетел. Далековато полетел. Ты имеешь в виду не меня, да, ведь? Может, мы туда? Или не нужно? А, мы там были. Извини. Что? Я сказал извини. Я никогда не извинялся. За то, что я делал. За слова, что говорил. За то, кем я был. Я тоже должна перед тобой... Я тоже должна перед тобой извиниться. Я не должна была подозревать тебя в таких ужасных вещах. Но я делал ужасные вещи. Ошибки совершает каждый. Но не каждый находит в себе силы их признать. Я видела, что ты сделал в мастерской. Старик говорил правду. Ты настоящий принц. Ты убиваешь меня. Убиваешь, ну. Вы понимаете, чем? Типа, ой, да ладно тебе. Бум. Как там оно называется, не помню. Тут есть две двери. Две двери. Одна, возможно, туда, куда нужно. Но не совсем. Но там пустота, там некуда идти даже. Но там, возможно, есть песок. Ой, жизнь. Ну, та самая. Они так тихо говорили, что я ничего не слышал вообще. Я еще и звук поставил не самый громкий. А он тут не прибавляется ни капельки. Мне уж показалось, что я одно и то же. Внизу была такая же хрень. Куда мне? Ясно. Попутал я немножко. Как я говорил, звук здесь не прибавляется нифига. Ой. Мог бы убить двоих, если бы я был выше. Так,
Какой-то топорик, топорик, топорик. Да, в принципе, не так важно. Ладно, возьму. Опять обучение. Мучительный тайфун. Е-е-е. Мышка, мышка. Е-е. Как-нибудь испробую. Как мне знать, что это будет тайфун, потому что... Скоро все изменится. Похоже, ты слишком возбужден тем, что произойдет. Нет, принц. Просто ты забыл о своем долге. И то, что ты не разделяешь мою радость, говорит именно об этом. Ты не мог меня увидеть. Подожди, пока не остановится, а потом нападай. Как это остановится? Они не остановятся. Как вам такое? Ты умрешь, нет? Еще разок. Тебе не хватило, что ли? Все, мы пришли. Припрыгали. Какой твой любимый цвет? Починили. Цвет? Мне повторить вопрос? Синий. Синий? А у меня другой любимый цвет. Ты это вообще к чему? Неужели мы должны говорить только о серьезных вещах? Я так мало о тебе знаю. А, понятно. Тогда скажи, какая у тебя любимая еда? Конечно же, гранат. А я не люблю гранаты. И почему же? С ними столько возни, невозможно есть с достоинством. Столько труда ради каких-то нескольких семян. Но не делает ли это их еще слаще? Меня сейчас вырвет. Что это за место? Любимая это еда. Это сердце висячих садов. Все эти механизмы служат для управления и регулирования, для поддержания жизни. Спрашивать у всеядных существ, какая у них любимая еда, не очень логично. Разве что деликатесы какие-нибудь. Танцульки. Сейчас быстро закончится. Так, давайте тогда от столба защищаются. Да вы издеваетесь, да? Со второй части, короче, боевка уже говно. Только скрытные умения прикольные, а в остальном что-то вообще все кривое. Игровищи нету. Никто не разрубается, не отрубается ничего. Боже ты мой. Заколебали. Все. Залезем выше. Так, прибыли мы, она убежала, ее закрыли там. Мы отправляемся за ней. Нет, не отправляемся. Эта хрень закрывает мне проход. Вот с таким видом самое то. Успели. Быстренько успели. Чё это такое? Это светильник какой-то? Свечка? Ясно. Сейчас. Бежим. Холодный расчет. Нет. Быстро она что-то. Надо было замедление сделать. А кто же знал-то? Тихо-тихо, только не упади. Ни здесь, ни там. Так, это... Замедляемся. Да вверх ты поднимайся, ну дуралей ты. Чё это за ерунда такая? Я вообще в шоке, он не хочет подниматься выше, он тупо... Все? Так и будешь стоять? Вот. У меня просто вид был старый, поэтому такая хрень произошла. Что он в таком виде не мог...
идти. Он тупо поворачивался. Налево-направо, налево-направо. Как бы ты ни нажимал. Ой. Не подождал. Не ожидал ее здесь увидеть. Думал, успокоенно пробегу. Раньше я спокойно пробегал везде, а теперь ловушки всякие, подставы. В следующий раз мне продолжить историю с этого места? Как хочешь. Где музыка? По-моему, была музыка. В тишине не очень интересно. Нет веселья. Нет музыкального, атмосферного сопровождения. Я вот не хочу с полицией, я, скорее всего, если... Нет, не смогу здесь. Я туда пришел, нет? Вам так не кажется? Я что, уже совсем попутал что-то? А. Ну? Что мы сейчас видим? Это ее очередные невероятные суперспособности. Делать с помощью стрелы то, чего не могут делать обычные лучники. Открывать двери, спускать такую подобную хрень. Не знаю, как это назвать. Проще убить его по-другому. Вот этого скинуть, допустим, как вариант. Ты так и будешь? Я хотел его скинуть вообще. Не получилось, не успел. Он меня заколебал уже. Вот сейчас будет опасно. Не время красоваться. У меня сейчас будет великая бесполезная битва. Он хороший человек. Нет, он великий человек. А похож на кого? Верный, добрый, прощающий. А, он имел в виду, она имела в виду по характеру, на кого похож, походу. Я, то есть... Рука сквозь меч. У нас были не лучшие отношения, когда мы расстались. Это было много лет назад. Я был юн и полон гордыни, а еще полон страха. Он хотел выслушать меня, но я не мог найти слова. Не хотел их искать. А теперь я могу лишь надеяться увидеть его снова, чтобы попросить прощения. Но сейчас не время для таких разговоров. Давай сменим тему. Нас окружает столько горя, мы не должны поддаваться ему. Так вот, вернувшись к делам текущим, отсюда мне до тебя не добраться. Тогда я могу закрыть еще одну заслонку. Давай. Встретимся дальше. Удивляться даже не стоит. Как? Почему? А. Ясно. Так, ребята, я вас жду. Не дождусь. Правильно ли вы стоите, чтобы я мог вас убить как надо? Почему-то мне кажется, что не совсем правильно. Самое важное — завалить этих двух. А вот на него как-то пофигу, если честно. Уходи отсюда. Все, покончили. Я видел кошек, которые дерутся лучше тебя. Поздравляю. Песчаная буря.
примерно представляю, что это. Я все еще не могу попасть к тебе. Однако с того места, где ты находишься, ты можешь добраться до тронного зала. А я пойду через теплицу. Это приведет нас в одно и то же место. Береги себя, принц. Я так понимаю, это двойная хрень. Если вы понимаете, о чем я вот не могу сказать. Так, успели. Опять гости, я еще и... А, вот. Переберемся к гостям сейчас. Лучшее место, чтобы парочку завалить. Парочку ведь, да? Так или сяк. Поодиночке, потому что они слишком близко стоят. Не так, как нужно. И, возможно, этих нельзя убивать так, как мы убиваем тех подвое. Быстрее и проще было бы его скинуть отсюда, и все. Это реально было бы быстрее. Опять музыки нету. Жалко. Надеюсь, я ничего не упускаю. И... отсюда, когда ты вернешься. Потому что мне еще надо собрать 2-3 источника жизни. Потому что у меня реально еще места есть больше, чем полагается. Опасно. Капец, как опасно. Одна стрела, допустим, ладно. Не так страшно. Быстро, очень быстро. Фу. Наконец-то. О, загадочки пошли. Я помню ее. Ну как это делается, я не помню. Это там капец, надо мозги мусолить. Где начинать, откуда начинать, для чего. Так, ну тут мы не поднимемся, да? Не поднимается, значит. Допустим, что у нас здесь? Так, все вот так. Правильно ли? Не знаю. Оставим пока что вот так. Начнем с этой. Что теперь мы можем подвинуть? Можем подвинуть? Или я не знаю. Так, что будет здесь? Задвигаем, передвигаем. Спускаем. Я могу подняться еще выше, по идее. Если оно вообще нужно. Нужно ли? Честно говоря, не знаю. По-моему, нет. Требуется чуть ниже спуститься. Кабельку ниже. Потом. Потом. Нет, опять же, не то. Там не спустишься, не подымешься. Здесь ничего не сделаешь. Так понимаю, мне нужно поднять их выше, что ли, до конца все? Или как вообще? Для чего? Опять же, все не так. Не так.
Та хрень вообще была внизу или... Стоп, сейчас узнаем. Не помню, короче. Не, она была внизу, как и все. Как теперь ее спустить? Окей, так. Мы находимся в этом месте. Мне нужно приподнять эту хрень, не мешается это. Как сделать так, чтобы она ушла налево или направо? Да блин, надоело уже цепляться. Ни туда, ни сюда. Тут ясно. Здесь тоже проблемка. Кредитки есть еще. Кредиточек немножечко. 10 песчаных. Там я смотрел в этом самом. Там открываются всякие разные картинки и т.д. за кредиты эти. Вот как добраться отсюда, а? Вот как и зачем? Он не цепляется. Еще ниже можно. Да не туда. Вот так, допустим, сможешь? Не, не хочет. Как добраться тогда? Кто подскажет? Что-то я не знаю вообще. Вообще не знаю. Как до туда добраться? Это ведь невозможно. Я что-то сделал не так. Сразу ясно. Выше поднимать не стоит, значит спускаемся вниз. Опять спускаемся вниз. Так, с помощью этой фигни я смогу добраться до сюда. Чтобы спустить ее вниз. Так? Так. Хорошо. Теперь вот эту мы поднимаем. Да, теперь вариант вот такой. Мы ее подняли. Там мы не поднимем. Значит, мы идем вот сюда. Разок подняли. Если я еще разок подниму, что будет? Понятно. Кажись, ничего хорошего не будет, да? Точно. Вот. Пока что лучший вариант. Там подняли, тут подняли. Теперь сделаем это здесь. Все, в принципе, по очереди. Если где-то чего-то нельзя, то сразу видно. Да не тупи. Как мне забраться теперь вот сюда? Вот с тех вон самых. Точно. Как-то так. Заберемся. Выше. Выше это ведь налево или направо? Да, выше, ниже нельзя. Следующее. Следующее у нас здесь. В общем, ничего сложного не вижу. Нет, нет, не туда. Теперь всего бы ничего. Две на месте. Эту не поднять так просто. Значит, мы ее спускаем. А, там отодвинулась. Нет, не отодвинулась. Значит, мы спускаем ее разок ниже сейчас. То есть, получается, мы делаем все заново? Все делаем не так, как надо? Я вот что-то понять не могу. Так мы делаем или не так? Походу, не так все просто. Так, мы видим, что там не отодвигается. А поднять выше некуда. Здесь только спустить, но спустить нельзя, поскольку это мешается. Поэтому мы делаем шаг назад. Потом делаем шаг назад в другом месте. То есть в том.
Ой, нет, нет, нет. Вот так можно. Как все сложно. Я говорил легко. Но не так. Чуть сложнее, чем казалось. Вот, собственно. Теперь-то мы можем поднять здесь. До конца. Замечательно. Теперь поднимаем там. А потом смогу поднять в той стороне. Спокуха. Жить будешь. Все, в принципе, все идеально. До конца. Все сделано. Решили. Идеально. А фара меня уже ждет. Прям на краешку, на краешек встала. С той стороны пришла, походу. Тихонечко-тихонечко поднимается. И камера тоже при этом тихонечко-тихонечко двигается. Мы тем временем спускаемся. Тоже тихонечко. Вижу, вижу. Понимаю. У меня такое предчувствие, что он обрушит сейчас. Визирь. Я впечатлен тем, как ты расправился со встречающей стороной. Впечатлен и очень рассержен. Ты отнял у меня сильнейших союзников. Я поступлю с тобой так же. Фара станет моей королевой. Она прекрасно подходит для бога. Но нам придется внести некоторые изменения. Превратить ее в монстра, что ли? А, ты думаешь, как он сам? Слова имеют хоть какое-то значение? А это не так. Я не ошибался. Передавай привет. Принц был брошен в темную бездну. Передам привет, не знаю кому. Своей смерти. У него отняли фару. И до визиря ему было не добраться. А его предупреждали, что путешествие кончится плохо. Говорит Фар, между прочим. У него но отняли меня, скажи. То, что принц был изменен, спасло его. Иногда зло оборачивается добром. Иногда. Сохраниться, да, конечно. Это мы сохранимся, мы выжили, мы упали. Фару забрали. Песчаных кредитов у меня тем временем 1476. Не очень-то они мне нужны. Открывать картинки всякие. Ну, потом, может, посмотрим маленько, что там есть интересного из этого всего. Тем временем мы заканчиваем серию. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. С вами был Алексей. Всего хорошего. До встречи. Sing. Revenge solves everything. Tonight, I'm bringing Dunwall to life as I walk on water through walls of light. You heard the king as the urchin sing. Revenge solves everything. Tonight, I'm bringing Dunwall to life.